хотела с нами плыть. Это будет так круто. Было собирать чемоданы, когда не понимаешь, ты собираешь чемоданы, грубо говоря, на уркейшн на 2 недели, или ты собираешь их в принципе на совсем уже. Вот это грустно. Мне может прийтись уезжать из своей страны, из своего дома. Я строила здесь жизнь, покупала дом, там начинала ремонт. Жизнь была расписана уже, да, как-то размеренно шла, были планы, которые воплощались в жизнь. То сейчас просто полное непонимание и постепенное осознание того, что, ну, все-таки придется все здесь как бы сворачивать, бросать и начинать где-то еще с нуля сначала.